Отоспались и выбрались вечерком в город. Сколько время, Вера? Да, время 8 часов, по 8 примерно. 8. Здесь, несмотря на то, что тепло, темнеется, это тоже рано. Так, идет дождь. Узенькие улочки, машинок почти нету. Здесь едем до торгового центра, на котором мы такси. А мы куда приехали? Ocean Basket. Ocean Basket. Это что? Слово какое-нибудь? Ресторан? Кафе? Рыбный ресторан. Ресторан морепродуктов. Смотрите, какая красота. Да, конечно. Конечно, снимай. Котов сколько? Вообще котов очень много на Кипре. Вон он, смотрите, идет на цыпочках. Типа рыбный сет какой-то. Да, тут кальмары, рыбка жареная, креветосы, ну или что-то. Вот есть, все есть. Вот видите, тут есть и картошечка, да, есть. Всякие. Сейчас повыбираем. Это мы еще ничего не заказали, да? Это до заказ, просто... Покушать. Да. Да, тут соусы всякие. Оу, у нас фотосессия. Oh, как это называется? Какой-то рыбный сет на всю толпу. Да-да-да. Вау. Все снимают. Смотрите, что происходит. Один Дима нормальный. Не зомбированный. Чтобы понять, как это вкусно, нужно знать, что Дима не ест рыбу. Он ее уплетает за обе щеки. Креветочки зачетные. А вот это что непонятно? Кто-нибудь пробовал? Это кальмары. Кальмары. Картошечка, рис, рыба. Доброе утро. 14 января. Говорят, на Кипре самые холодные дни. А для нас так тепло. На улице примерно по ощущениям 18 градусов. Да, Дим? 18, 16, что-то такое. Это не меньше. И они говорят, вот ребят, что это максимально холодно из того, что они здесь ощущали. Мы едем на завтрак. Вот как. Зачем готовить, если можно съездить. Наша машинерчика. Через 400 метров поверните направо. Так, ездим по навигатору. Мы сейчас заехали, заправились, забыл снять. Стоимость бензина вышла 16 евро за 10 литров солярки. То есть примерно 100 рублей наших будет литр топлива. Да побольше. Побольше, да? Значит, побольше. Улочки такие узенькие. Вот это школа, да? Греческая школа. Вот как она выглядит. Пойду сюда работать. Тут никого нет, может только тормозить немножечко. Ну да, встаем. Сюда. Отлично. Да, отлично, все, супер. Да, вот да. Так вставай, чтобы тебе запасно. Можно к ней поближе, чтобы тебя не материли. Да, пойдет, ну. Хорошо. Все. Молодец, Саша! Ура! Смотрите, маленькие улочки, маленькие знаки. Вот такой маленький. Маленький пешеходный переход. Мы идем в место Омикрон называется. Они, оказывается, открываются в 8.30, да? Ага, подзакрытые. Ладно, в интернете неправильно написано. А мы ранние пташки, погуляем. Смотри, это кипарис, Вера. Какой огромный. Ой,
надо набрать будет на Новый год. Смотри, как здорово будет композиция оформлять, интересно. Это вот они расщелкнулись. А когда они не расщелкнуты, они... Сухие, вот, вон, вот, вон, вот. Под это, под деревом, да. Есть, послушай. Они прямо кругляшочки такие, шарики. Смотри, какие красивые. Вот таких наберем. Маме на декор на 8 марта. Нет, пахнет, как год. Обычной шишкой. На Новый год. Еловой. Пахнет еловой шишкой. Да? Да? Вот. И все крыши накрыты черепицей. Вообще все, абсолютно. Как же все нам интересно. Как же все нам интересно. Так, еще на что я обратил внимание, нету нумерации домов. Непонятно пока, как тут ориентироваться. Памятник какому-то военному. Ну, 1990 год. Ну, примерно понятие. Понятно, каким событиям посвящено. Что там такое уже? Что? Шишки. Какие красивые. Очень красивые. Набираем. В следующем сезоне они будут очень красивые. У меня новогодний декор. Я их покрашу. Просто вот по парку гуляем. Пока ждем завтрака. Тут сделана просто вода, наверное, летом, когда жара. Да? Здесь можно погулять, наверное, прохладненько возле жары. Какое-то освещение. Ну, это как везде. Я говорю, страны разные, а надписи одинаковые. Правда, у нас это букв меньше. Вот это сделано все, чтобы прохладу поймать в жаркий летний день, да? Смотри, тут подошел, остудился, здесь вот большая тень, просто большая тень в парке. Там, наверное, можно занятия проводить на все же можно. Ну да. Здесь, наверное, летом можно побегать, да? А сейчас здесь зима. Что? Пушкин, я вас любил, любовь еще быть может. Моей душе угасло не совсем. Ну, пожалуйста. Что там за девушка вдалеке обрывает елки? И хватит ли нам багажа, чтобы выехать отсюда? Лермонтов еще есть. Мне грустно, потому что я тебя люблю. Ну, хоть приберемся тут на Кипре. Хоть приберемся на Кипре, говорю. Это площадь какая-то. Это площадь. Это видеоблог. Это square. Амфотико Мегаро. Кстати, еще один интересный факт. Наш русский кириллический шрифт заимствован частично из греческого. А вот там, как сказал Дима, школа. Прямо перед нами школа. Красиво, чисто. Что самое главное, чисто-то здесь как. И где здесь взяться грязи? Вот это пуансеттия, да? Да. Пуансеттия или рождественская звезда у местных ассоциируется с Новым годом. У кипрских ее все на Новый год покупают. Она как раз зацветает к Рождеству. Красотка. Это школа, все какие-то учебные заведения. Вот тут памятник стоит. Ну вот, читается, смотрите. Метрополит Пафоса. Пожалуйста. Флаг Кипра, флаг греческий и флаг Евросоюза. Так, это вот эта живая изгородь возле школы.
она состоит из лаврового листа. Вот он, оказывается, цветет еще вот как. Ну, пожалуйста. Какой запашистый. Ну, халява вообще, вон, нарвали, да и все. Омикрон бранч. For me, the ultimate place. Yes. Gingerbread latte. Gingerbread, we don't have, unfortunately. Pancakes, pistachio and coconut. Pistachio and coconut, yes. And maybe tea. Так, for me, Egg Benedict. Two chocolate. Hot chocolate. Two hot chocolate. Two hot chocolate. Plus apple pie. That's all. That's all. Okay, so we have one ultimate, creme brulee, pistachio, coconut, Earl Grey, Egg Benedict, two hot chocolate, apple pie and cheesecake. Ah, okay. Yes? Yes. Thank you very much. Wow, нам принесли. What, plain cheesecake? Да. Яйца Бенедикт с лососем. А у вас называлось блюдо? The Ultimate. The Ultimate. Безлимитная еда. Съедаешь. Ну-ка. Там яичко. Все, кушаем. Панкейки еще донесли. Ну, нормальный такой. Да уж. Все, объелись. Какой вывод делаем? Надо заказывать меньше. Надо заказывать одно блюдо на двух человек. Одно блюдо на двух. Вот это порции. 65 евро проели. Раз-два. Просто. Позавтракали. Я бы сказал, это было... Был очень плотный ужин. Чтобы перейти дорогу, сначала смотрим направо, а потом налево. Площадь, елочка новогодняя. Елку, наверное, начали разбирать. Как вы думаете? Ну да. Праздники кончаются, ее разбирают. Но мы успели ее застать. Смотрите, кошки. Кошек на Кипре, кстати, особенно много. Вот они. А, дерутся что-то. Здрасте. Вон там кошка сидит. Здесь кошка сидит. Ну, иди сюда. Иди сюда, красавица. У них драка там какая-то. О, там еще один кот. Да, вот еще справа. Ага. Вольная жизнь. Это для них игровая. Игровая для котов. Мы просто гуляем. Просто гуляем. Вот увидели, как это смотровая площадка на море. Но тут будет закат. А, тут можно закат встречать. Кстати, закаты на Кипре внесены... Как список это? ЮНЕСКО. Список ЮНЕСКО. Не на Кипре, а именно в Пафосе. В Пафосе. А, в Пафосе. В список ЮНЕСКО, как самые красивые закаты в мире. Девочка сидит. Потому что в Пафосе они выходят в море солнце, а вот в Лимассоле, да, и так далее нет. Смотрите, здесь, наверное, как раз и смотрят на закаты. Есть парковка большая, да. Можно остановиться, здесь подняться на лифте сюда, просто на улице лифт, и встречать здесь закат. Здесь, наверное, божественно красиво. Мы должны, это сделать здесь хотя бы один раз. Да? Здесь, да? Классно. Да. Похоронные мешки? Да. Да, вот траурная ленточка на них. Здесь нет? Это как подарок, а в другой стране, в другой они стране. Были созданы на похороны. Да. Все ясно. Разобрались. Цветочный магазин закрыт. Вот так посреди улочки одно из зданий может попасться... Вот в таком состоянии, заброшенное. И, как правило, такие здания принадлежат Турции. Нет, кому-то... кому-то из турков, да? Да, которые в итоге приехали на Северный Кипр. Потому что, ну, после войны
после войны и не могут за ним следить, и не продается, и не ухаживается, да. А юридически принадлежит. Ничего не могут сделать, потому что это частная собственность. То есть соседнее вот такое восстановленное, красивое, а тут же одно из зданий просто заброшено. Просто забито фанерой. И таких зданий много по городам. Ичпалама. Какой-то деятель. Вот так идешь и смотришь, как люди как будто бы по встречке ездят. Становится страшновато. Постоянно мне, я еще не привык. В городе все выгорает, вся зелень выгорает. Вот такие сделаны специально. Система орошения. Вон там они капают. Капельный полив. Чтоб деревья жили, выживали. Только нет полива, все сразу погибает. Знаете, ребята, здесь написано было парковка 15 минут, я сейчас заметил. Спустились на парковку торгового центра. Два этажа вниз тут. Парковочка. Большой какой-то торговый центр. Как он называется? Kings Avenue Mall. Kings Avenue Mall? Понятно. Kings Avenue Mall. Запоминаем. Единственный. Единственный в Пафосе. Обычный торговый центр, да? Что-то типа Новосибирска. Кстати, здесь... Тоже да. На маленьких. Левостороннее движение. Да? Да. Лифт. Лифт тоже с левосторонним движением, да. И пешком люди тоже привыкли ходить. Это бежит вода. Не понял. Это трубочки разного диаметра или просто по ним разные струи бегут. Это очень красиво. Это такого я не видел. Выглядит прям как-то волшебно. Зашли в магазин Джамбо. Поснимаю. Знаю, мама моя любит посмотреть магазинчики всякие. Например, краска для лица на карнавал. Карнавальные всякие рога, уши, шапки. Вы здесь покупали себе, да, эти? Да? Эти какие-то выбрали? Да. Угу. Для Хэллоуина. Костюмы здесь Саша с Димой покупали. И какие-то маски. Видишь, я такого вообще в глаза не видел. Маски карнавальные. Сейчас подсниму все, что интересное самое. Игрушки новогодние. Еще не убрали их. Все в людях было, да? А, ну вот такие у нас тоже продаются. Типа, наверное, все равно все это Китай. Вот бы маму сюда перед Новым годом. Сколько бантиков тут. Вот. Гирлянды. Магазин, я бы назвал, наверное, его Разноторг по-русски называется. Но гораздо шире, наверное, чем Разноторг. Все есть. И все, я так понял, недорогое, дешевый сегмент. Все такое, это дешевый сегмент, да?
Ну-ка, пойдем Лего посмотрим. Настольные игры. Что это? Ценники такие, смотри. На одном уровне такие все. Все подряд. Так едешь и сразу набираешь, что надо. Даже пока лифт поднимается, можно затариться. Люди сидят, кушают, отдыхают. Мест нет свободно. А в магазинах все то же самое, что у нас пока вроде бы как будто. Что сразу заметно, у нас, как правило, за такими столиками где-то сидит в основном молодежь. Да? Здесь же мы можем увидеть там просто дяденьки, тетеньки, дедушки сидят, пьют кофеечек. Тут эта культура более развитая, чем у нас. А вот там есть на улицу выход, да? Люди привыкли в кафешках питаться. Красиво-то как. О, там какой-то парк с пешеходными зонами, да? Ну, это небольшая пешеходная дорожка просто. И вот оно, кольцо по часовой стрелке. Вот можно разглядеть, если ты хочешь повернуть сразу налево, просто заезжаешь на кольцо и едешь, никого не пропуская, в левой полосе. Вон подсказки есть на дороге, какая куда идет. Раз, кто на кольце, того пропустили, если во внутренний круг надо. Продуктовый магазин тоже зашли. Уже время обед, мы все шаримся, смотрим по магазинам. Халуми. Халуми. Местный сыр халуми. Они его жарят как-то. Надо попробовать. Халуми. Халуми, да? Или халуми, или халюми. Халюми. Халуми. Попробуем обязательно. Сыр для тех, кто не хочет тереть его. В основном в нарезке колбаса, да? Не так, как у нас с палками. Майонез. Вчера, кстати, мы такой попробовали. Особенный какой-то. Вау. Мясо. Это вот шейна. 5,40, допустим. На 76. 400 рублей килограмм мяса. Среднюю цену взял. Яйцо. 2,85. О, дорого. 200 рублей. А тут есть и по 4, и по 3 евро. О, получается яйцо дорогое очень. Тут пена даже моя любимая есть. Жилет. Самая дешевская. Лучше всего надо. В самолете такую не провести. Не я такую и покупаю. В ручной кладе не провести разу там. Продавец русскоязычный, все по-русски говорит. Наконец-то до моря мы добрались. Здесь, кстати, машины все припаркованы с красными номерами. Ну, потому что место такое туристическое. И это все здесь именно на съемных тачках. Мы здесь пообедаем. Оливки? Оливки сухие. Угу. Да, дерево оливковое тоже. Это опять лавровый лист. Набережная. Птички чирикают. Красота. Воробьи. Просто воробьи. Море. Средиземное. Мужички рыбачат там, смотри, закидывают, ждут, процесс идет. Вера себе очки купила. О, тянется. Иди со мной,
пафосный замок, крепость Пафоса какая-то знаменитая. Сейчас до нее дойдем, посмотрим. Это Ване интересно будет нашему. Такие вот. Вот тут зоркий субмарина с прозрачным дном. Там можно рыбок смотреть. Ну или, по крайней мере, дно смотреть. Вот такие яхточки. Катера. Ну, там побольше. А там парусники какие-то пиратские. Мусор. Думаю, нам погоды хорошей не нужно, чтобы в замок ходить. Давайте прогуляемся туда, посмотрим. Место знаменитое. Такое, прикоснемся к истории Кипра. Конечно, что-нибудь хотелось почитать про это место. А почитать не вижу, что. Вначале на входе было. Сейчас поищем. Ну вот это сделано из таких. Сейчас я почитаю на входе, что пишут. Иду на второй этаж. Прочитал, замок там был построен генуэзцами в 14 веке. А потом периодически перехватывался то одними, то другими. Вот такое вроде бы. Саша, Дима. Вера. А вот отсюда как раз и вид на весь город. Пафос с набережной. Вон он там, по горочкам распределился. Местность довольно-таки гористая. Мы как раз и живем там где-то вот на подъеме. Тут сейчас зима, идет ремонт. И вот там на берегу еще есть какой-то памятник. Вот девушка туда прошла как-то. Если приблизить, вот здесь на берегу. Статуя какая-то, типа спасающейся девочки. Длинная набережная Кипра. Люди отдыхают, кушают. Солнышко вышло, потеплело. Хорошо стало так. А вот там тучи находят, черные. Надеюсь, они идут не на нас. Гуляем. Время обед. Возможно, сейчас где-нибудь будем обедать. Люди купаются даже. И мы искупнемся обязательно. Сейчас температура где-то 18. Прикол в том, что, да, прикол в том, что море теплее, чем воздух. От этого, наверное, и легко заходить в него, да? Первый раз все равно не легко. Сувениры друзьям выбираем. Кому? Опять к истории про кошечек. Даже на набережной кошечек куча. Вон бабушка пришла, подкармливает их. Все им что-то кидают. Они гуляют. Морозов нету. Что им доспеется? Вот такая тигра пришла к нам. Большая киса, огромная киса. Хорошо тебе тут живется, да? Все подкармливают, наверное. Здравствуйте. Прокат работает у вас? Прокат работает? Вот какие тут в прокате Сибоб. Закрыто, не сезон. Это старый якорь, да, смотри, деградировал.
Вот что вода с ним делает. Весь оброс. Интересное растение. Издалека просто зелень. А вблизи. Теперь, говорит, это алоэ. Возможно. Красиво. Идем к морю. Надо же потрогать его, несмотря на погоду сегодняшнюю. Морюшку-то надо потрогать. Да, Вер, ты разуваться будешь? Полоснула руки. Мы еще покупаемся, там будут солнечные деньки. Сегодня хотя бы ножки намочить. Но, давай. Ну, температура воды, вот как у нас, самый теплый день в нашей реке. Примерно как-то так. Нагулялись до обеда. Сели покушать. Вау, какое все вкусное на видео. А мы пока еще не пробовали. Ну и по 0,5 пивка взяли себе. Поужинали, идем на закат. На закат, солнышко. А что тут в шапке? Вы же на Кипре. Холодно, что ли? Дубак. А нет, нормально, кстати. Я подогрелся. А эти валуны-то большие. Издалека смотрится, как будто это заборчик такой небольшой. А на самом деле это такие кубы огромные. И как на них забираются. Вау, закат, закату быть, закату быть. Красота. Сейчас буду снимать эту красоту. Весь закат. Сегодня не на камеру, на телефон, но на камеру тоже сниму. Даже интересно, как эта камера будет снимать. Солнышко все ниже и ниже. Вера снимает красоту на телефон. Замерла. Все, солнышко зашло. Настолько было красиво, что я камеру даже не включил. В следующий раз заснимем все. Все, едем домой. Финал. А сколько, во сколько оно солнце зашло? В 5 вечера, да. Довольно-таки ранний, зимний заход солнца. Такие домики красивые, всякие разные. На витрине один кривой, вон какой, на бок, завернуло его ветром. Просто гуляем по вечернему в Пафосу. Мы нашли барчик с живой музыкой. Приехали сюда вечером. Live Music Pub. Будет музыка 9:30. Ну как тебе, Верочка? Концерт отличный, но очень накурено. Не смогли до конца. Причем там со всего зала курил один мужик, который перед нами сидел. И он курил постоянно. Вместе с девушкой. Он вообще все время курил. Он только докуривает. Закуривает, докуривает, закуривает. Вообще просто топор вешай. Ну а мужички молодцы. Играют норм.